Добрый день, меня зовут Андрей Сибрант, я директор по маркетингу сервисов компании Яндекс. На самом деле я просто один из многих людей в Яндексе, которые пытаются сделать продукты, которые нравятся пользователям. Для того, чтобы рассказать о своем продукте в интернете, нужно обязательно опираться на мнение других людей. Интернет уже давно, на самом деле, и в этом году заметно больше, может быть, чем в предыдущие годы, перестал быть какой-то виртуальной реальностью. Превращение его просто в обыденный предмет, окружающий нашей жизни, это основное, что с ним произошло. Сейчас происходит еще один важнейший переход, сравнимый с самим появлением интернета, можно вот так сказать. Когда интернет появился, и очень долгое время после этого, он был неразрывно связан с компьютером. Это была отдельная железка, которую нужно было купить, и это был высокий ценовой порог входа. Компьютер был предметом, который нужно освоить. Планшеты, на самом деле, совершают революцию для людей вокруг, сравнимую с самим появлением интернета, потому что это устройство, которому не надо учиться. Я всерьез ожидаю, что в самое ближайшее время, благодаря распространению именно планшетных компьютеров, интернет, который позволяет решать самые странные задачи от связи с друзьями до покупки билетов, такой интернет станет доступен абсолютно всем, потому что ценовой барьер невысок, эти устройства достаточно доступны по цене, и главное, они не требуют обучения, привыкания к каким-то сложным новым девайсам. Сейчас снова интересное время, такое же интересное, как вот 90-е годы прошлого века. Интернет меняется на глазах, становится другим, становится по-настоящему массовым. План Б на сайте rbk.ru.